Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал. Маугли здесь, это Layers of Fear, дополнение Inheritance, и мы с вами продолжаем разбираться во всех ужасных событиях прошлого. Наша главная героиня, дочь этого художника, вот, кстати, пробралась, в общем-то, в этот заброшенный дом. Вот это его мастерская, и здесь были те артефакты, которые мы с вами искали. Естественно, у нас вроде как здесь не надо ничего такого собирать. Но здесь есть какие-то слова страшные. Hand steady. Ладно, не будем разбираться в этом. Так, что у нас здесь? Это у нас здесь рисуночки. Пойдем, выйдем отсюда уже. В наш проклятый старый дом. Так, это у нас подвал. Да, в подвал мы обязательно сходим с вами. Ванная. Воу. Да тут мушины летают. Да как можно было так дом разбомбить? Что он с ним вообще делал? Врубай. Врубай воду. Нету, что ли, воды? Мухи так звучат неестественно. Так, смотри, Гавайи. Why with wait for... Зачем ждать ада? Написано, да? Зачем дождаться преисподней? Ты заслуживаешь ее прямо сейчас. Написано было, зачем ждать... зачем ждать рай? Ты заслуживаешь ее прямо сейчас. Он, смотри, подрисовал там. Вот, блин, маньяк какой-то, посмотри. Так, тузик. Сдернем. Я помню, что тогда мы когда проходили, я тоже сдергивал. Просто потому, что эта функция доступна у нас. Так, а у нас еще здесь какая-то вот здесь коптерочка есть. Что? Открывай смелей. А, вот у нас здесь. Ё-моё, блин! Здесь царит хаос. Да ты чё, правда, что ли? Да здесь не просто хаос, здесь как будто... Я вас слышу! Я иду, мелкие мохнатые ублюдки! На этот раз вам не уйти. Что, черт возьми, ты тут делаешь? Убирайся отсюда! Воспоминания, видимо, она заходила в эту комнату, и он там ее обнаружил с этими мышеловками. И орал на нее и ругался. Зачем нам она нужна? Чтобы посмотреть на нее. Ловушка для крыс, четырехпозиционная. О, смотри, рисунок. Да-да-да, вот, короче говоря, это ее воспоминания. Так, мы взяли. Я думаю, что если мы соберем с вами все вещи здесь, которые мы можем только собрать, то мы получим, наверное, какую-то уникальную концовку. Может быть, какой-то эпизод даже в конце нам покажут. Так, по крайней мере, было у нас в оригинальной части. Можно было получить еще другую концовку в зависимости от прохождения. Да. Так, давайте смотреть. Здесь мы были. На кухне мы тоже были. Пойдем, сходим в подвал. И после этого, наверное, поднимемся уже наверх. Ух ты, блин! Хорош меня пугать, духи злые. Мне кажется, дух отца где-то здесь должен обитать. Он так был привязан к этому дому и к своей мастерской. Еще одно воспоминание, смотри, с детства. Он играет, да? Он играет. Папа! Я говорил тебе не совать сюда свой нос! Он психом был, он всю психику своему ребенку угробил. Орал с самого детства. Запрещал ей там все делать. Ты изверг какой. Мы с вами пришли, да, откуда? Мы пришли вот отсюда, да, верно. Пойдем сейчас искать проход. Если он вообще здесь есть, может быть, и мы здесь даже пройти-то не сможем. А, вот смотри, какая-то записочка. Ну и почерк, как будто он врачом работал, что ли. Уважаемый мистер и миссис Керкстейн, я вновь обращаюсь к вам с просьбой вернуть мне мою дочь. Верните мне ее с уважением. Божечки мои. Сумасшичи. Ей-богу, сумасшичи. Все, здесь мы видели все с вами, мы дальше пройти не сможем, хотя вот что-то там вроде горит. Ну как мы это сделаем, я не знаю, здесь все завалено ящиками. Все завалено, пути нет. Прыгать мы не умеем. Паркуру не обучили нашу главную героиню, так что возвращаемся обратно. Игра сделана настолько реально, что ты быстро погружаешься в происходящее и начинаешь верить, что это происходит с тобой. От этого, в общем-то, мандраж и чувство тревоги только лишь нарастает. Угу, я помню эти картины. Ну, прекрасно. С этой вещью что-то явно не так.
Если ты, падла, к фонарь отключишься в самый ответственный момент, я не знаю, что я с тобой сделаю. Потому что иначе нам придется сделать здесь не просто кирпичи, здесь нам придется кирпичный завод строить. Крыса! Ложь, 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 ложь! Как он ненавидел крыс, он боялся этих крыс, как сумасшедший. О, смотри-ка еще раз. Собака. А, вот он. Надеюсь, этот пес не там, где я думаю. Для его же блага. Пес здесь. Убирайся отсюда! Я же говорил тебе не баловать эту чертову шавку. Призрак пса здесь тоже остался. В этом доме. А, смотрим. Мы поднялись наверх. У нас здесь есть детская комната. Если память мне не изменяет. У нас есть кабинет здесь. Спальня, по-моему, у нас здесь есть. Где-то детская должна быть. Нет, или это спальня. Это спальня, да. Это спальня. Ничего не изменилось. Только разруха. Не помню, чтобы это тут стояло. Не, я помню, что оно тут было. Я тебя слышу. Пожалуйста, помоги мне. Больно, мне так больно. Я больше не могу выносить эту боль. Это мать, наверное, да? Там сидит. На кровати лежит. Мама? Да. Спасибо. Как приятно осознавать, что в этом мире еще существует красота. Когда я подходил к этому псу, у меня появилась иконка, как будто я могу его тронуть, ну, как-то задеть рукой. Я подошел к нему близко, и отец появился. Вот она, его протез, смотри, его нога. Неужели она осталась здесь валяться? Все 30 лет она здесь лежала. Значит ли... А я подошел к нему слишком близко, и отец появился, и он его отогнал. Значит ли это, что я мог бы... Что я мог бы как-то, ну, поменять эту ситуацию, что ли? Крутим, крутим, вертим пальчиком, кто тебя ткнет. Не работает так. Где-то у нас скорость какая-то здесь регулировалась, я помню, был рычажок. Нам нужна пластинка, чтобы ее запустить. Пластиночку я пока что здесь ни одной не вижу. Ой, я помню, в шкафах были пугалки какие-то, кстати. Мама лежит на кровати, папа орет, а дочь сидит и плачет. Все это воспоминания из детства. Все, мы здесь все осмотрели, пошли дальше. У нас есть здесь вот еще один рисунок. Дверь, в которую нельзя было заходить. Открой. По-моему, в прошлый раз у нас тоже была все время закрыта. Музыка, графика, идея, сюжет, исполнение, все на высшем уровне. Не зря эта игра, она получала такие высокие оценки. Не только пользователей, но даже и критиков. Эй, ну пожалуйста, только не переставай работать. У нас, вон, кстати, у нас тайный шкаф здесь. Мохнатый мальчик. Так. Что? Ваза? А, вот смотри, какая-то развилка есть. Можно пойти направо, может пойти налево. Налево типа к маме, направо к папе. Так что ли, пойдем к маме? Я не хочу к отцу идти, он псих какой-то. Маньяк сумасшедший. Смотрите, вариативность реально, наверное, что-то влияет. Открывается? Открывается, смотри-ка, ну-ка, пойдем. Пойдем, пойдем. Ёшкин ты корень. Что за книги тут падают? Хорош. Так, закрыто. Что делать-то? Дверь была закрыта, как же мне теперь попасть-то туда? А, откройте. Неужто мне к отцу все равно придется идти? Отец на меня выпрыгнет. И здесь закрыто. А, ну да. А, вот, смотри, это что такое? Нет? Ничего, на дверь. Так, я знаю эту штуку. Нам нужно сейчас будет ходить туда-сюда. Так ведь? Да. Попробовать несколько разных вариантов. Смотри, книга тут... Книга шевелится. Да, я помню эти такие штуки, когда ты ходишь по кругу. Даже троллили где-то. В одной из игр. Откройте. Надо было просто толкнуть ее. Я не помню такую комнату.
Hey there. А, привет. Oh, come on, don't be afraid. Подходи, не бойся. It won't bite. Я, о, оно не кусается. Here. Вот, попробуй сама. А, фортепиано? Сыграть? Ну, давай, давай я попробую сыграть. No, no, that's not нет, нет, right. Немножко не так. А как? А, все равно не то. Что такое? Отец? Хватит бренчать на этом пианино! Чтобы я не играла, я все равно буду тебя раздражать, папочка. Еще побренчим? Пойдем, повыводим его. Психа этого. Сейчас я им сыграю. Собачий вальс, помните, я вам говорил? А, то есть не все кнопки здесь активны. Не все. То есть не получится мне сыграть то, что я хочу. Я что, неясно выражаюсь? Знаешь что, у меня есть идея. Неси-ка сюда свои мелкие. А, куда? А ты где? Маман. Ты где? Куда нести-то? К ней в комнату? Ну, я принесу, ты только скажи, куда. Пойдем, пойдем, может, надо выйти? Здесь закрыто. Толкнуть мы тоже не можем. Куда-то нужно принести мелки, она сказала. Давай, может, сюда? Ну-ка. О, смотри, а, вот мелки. Взяли. Ошибись. О, смотри, что там написано. Квадратик, кружок, сердечко, квадратик, кружок, треугольник. По-моему, это у нас... По-моему, это у нас... Это же у нас... На PlayStation. На PlayStation там такие кнопочки есть. Так, поехали, смотри. Квадратик сначала мы играем. Потом кружок. Ту. Не, другая мелодия какая-то. Я думал, это заглавная мелодия будет игры. Так, теперь кружок. Теперь треугольник. Теперь звездочка. Вот так детей надо обучать, на самом деле. С помощью того, что им понятно. Вообще-то неплохо. Ты смотри, похоже, у нас в семье объявился талант. Только сразу успокоился, типа, да? Ну ладно. Все равно ты уже испортил мне все мое детство. Пинчуга. Ой, блин! Че пугаешь-то? Падла. Она такая маленькая, да? Потому что она ребенок маленький. Я помню это кресло. Оно... Это мать на нем ездила все время. О, ничего себе, ты посмотри. Опять два варианта. Мы можем пойти к маме, можем пойти к папе. Я не хочу к нему идти. Или к маме мы уже сходили, у нас типа там... У мамы, смотри, ноты. А у отца все черное. Пойдем опять к ней. Вон, смотри, бежит, бежит, бежит. Эй. Это я была? Или это кукла какая-то была? Ага, ну-ка, вот сюда. О, смотри-ка, что у нас здесь. Это детская комната. И чего? Что делаем-то? Вообще непонятно. А, вот дверь. Смотри, смотри, ребенок какой-то бежит на меня. Ничего себе, разлетелся. На маленький кусочек. Эй, тихо, 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 тихо. Кто это там? Я не могу это сделать без тебя. Сделать что? Ух ты, блин. Да куда ж меня мутузит-то туда-сюда?
Становитесь уже пожар, да? Все горит. Все горит. Со всех сторон все горит. Ладно. Выходим. Как-то выйти надо. Как будто в поезде едем. Ой-о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 й, что происходит-то? Ладно, будем просто ждать. Ждать, крутиться, не знаю, вертеться. Вроде как это помогает. Коник, коник, коник! Маленький поезд. А, вот. Опять! Сколько раз я просил тебя убирать это дерьмо из коридора! А, ну конечно, слезы! В этом доме это универсальное решение всех проблем! Поэтому поезд ей казался, вот этот коридор, он был связан с этим поездом и пожаром, что отец все время орал, когда ребенок разбрасывал игрушки, он натыкался на них. Ага. Двигаем дальше. А, чего? Мы отсюда пришли. Что это у нас здесь? О, там портрет, портрет. Смотри, 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 смотри. Полетел лоскут. Все ясно. Так, ладно, мы это увидели. Поражает меня, что реальность здесь меняется практически на твоих глазах. Это очень круто. То есть ты даже вот как бы не понимаешь, в какие моменты это должно произойти. Что это такое? А, это у нас... шкафы. Что-то есть здесь полезное, ничего нет. Кто это? Можем раскрутить. Давай. Еще давай. Ага, смотри, не сможешь спуститься. В подвал? Я уже перестал различать все эти комнаты. Что-то подобное у нас уже было, кстати, с вами. Да, это было. Было. Там мы ходили по кругу. Ты ходишь по кругу и... ситуация меняется, когда ты возвращаешься обратно. Сначала ты ходишь просто по кругу, и тебе кажется, что ты делаешь все правильно. А потом оказывается, что на самом деле тебе нужно было просто повернуться и пойти назад. А, первый кусочек портрета мы взяли. Год. Осталось еще найти два. Поэтому, в общем, нам показали, как он разлетается. Должно быть практически то же самое здесь все. Только вот створки здесь уже не открываются. О, что это с ним? Прозрачный. Давай смотреть. Створки здесь уже не открываются, значит, кусок должен быть в другом месте где-то. Че такое? Че смеешься? А, вот так вот мы должны раскачать. Бум. А, вот еще один кусок. Прекрасно. Да, взяли. Все, есть. Можно идти дальше. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, что такое? Завязывай уже меня пугать. Последний кусок портрета, и, видимо, мы выйдем с этой локации. В самом неожиданном месте он может оказаться. Как, в общем-то, с этой картиной. Ёбаный корень. Входим. Аккуратно, друг мой. Или подруга моя, как лучше сказать. Здесь нет, за портретом. О, смотри-ка, здесь что-то есть, смотри. Тихо-тихо-тихо. Шкаф. Шкаф опрокину. А, теперь, по крайней мере, у нас... Во-о-о-о, тихо-тихо. Вот он, вот он, вот он, вот он. Бери. Бери его. Бедный маман. Вообще, она так-то симпатичная была, но... из-за этой болезни... стал не очень прекрасный.
Все, у меня портрет собран. Выпустите меня уже отсюда. Смотри, там какие-то руки, как будто там кто-то сидит. Где это тень? От кого? От кого это тень? Блинский блин. Очкова. Так, статуя. Что? Что здесь? Что нам здесь нужно? Ну ладно, закрывай. Давайте думать. Отсюда мы пришли. Попали вот сюда. Может быть, сюда надо повесить портрет? Нет? Как-то, по-моему, не очень логично. В этом шкафу ничего нет полезного. Здесь? Может быть, на стене? На дверце? Столько статуи и одежда. Че за звук, слышите? Звук, как будто что-то горит. Неужто придется возвращаться обратно наверх? Ну пойдем, сходим. Как мы только поймем, что мы здесь не были. У нас здесь был опрокинутый шкаф, насколько я помню. Вот он, опрокинутый шкаф. Все точно. Ну не возвращаться же нам обратно. Так ведь. Нужно что-то искать. Нужно искать что-то в той комнате. А может нужно вообще вернуться вообще назад и вставить этот портрет в ту рамку? Давайте сейчас вот здесь точно еще раз просмотрим все. На всякий случай. Чтобы уж наверняка, чтобы потом... О, а вот он проход. Ничего, сейчас мы ушли. Я помню эту фотографию с собакой. Почему ему не нравилось лицо его дочери? Он постоянно его черкал. Тайный проход здесь такой маленький был. Что-то изменилось? Или на самом деле нам придется возвращаться назад? Черт поймешь. Вроде проход нашли. А что дальше? Смотрим. Что-то может быть здесь есть. Нет, ничегошеньки полезного. Значит, пойдем. Пойдем назад. Попробуем прицепить изображение туда, где оно было изначально. Три пролета наверх нам нужно будет подняться. Еще раз удостоверимся, что ничего полезного. Все, пойдем отсюда. Долгий путь это будет, но ничего. Опачки, где мы с вами оказались? Мы вышли, оказались вообще в другом совершенно месте. Все правильно, значит, мы все правильно сделали. Эй, принцесса, не надо меня так пугать. Особенно, когда я работаю. Ну, что думаешь? Что скажешь? Нравится тебе? Что ж. Не стали дальше переводить. Ну, ладно. Не стали, так не стали. Какие-то комнаты, я их вообще даже не видел в оригинальной части. Так, ага, шкатулка, которую нужно открыть. Нужен ключ. Ключ. Где же ты можешь быть? О, бам. А вот и ключик. Хватай, милая моя. Что такая нерешительная? Ну, бери уже! Ты что, издеваешься, что ли? Близко она не может взять, нужно издалека брать.
Открывай. Что это? Два оленя, волки загрызли оленей. Отец все похерил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что это нахрен происходит такое? Меня кто-то убивает или что? Получается, девчонка все... То есть, не девчонка, а женщина, это наша главная героиня, она все еще в своих воспоминаниях бегает. Сзади? Сзади непонятно что. Тьма. О! Маленькая фортепианка, все исписано нотами. Давайте поищем. Что-то может быть полезное там есть. Ну вот так как-то повеселее немножко играть. По крайней мере, свет есть. Одна дверь и вторая дверь. Куда пойдем на этот раз? Можем пойти сюда. А можем пойти обратно туда, к маме. Слушай, ну это по идее должно как-то влиять. А может это вообще не влияет? Потому что очень похоже. Пойдем сюда. Может, просто иллюзия того, что это влияет. Аккуратно. Ой, привет. Кукла, привет. Ага, вот так вот нужно. Смотри, головоломочки еще тут есть. Небольшие, конечно, но все же. Оп, стоп, 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 какая-то книжка. Нет. Думал, может, возьмем секретный какой-нибудь документ. Ага, нужно открыть ящички. Оп! Тихо! Тихо, кто это там? Твою мать! Какого хрена торт меня преследует? С каким-то ящиком. Для... Вот так, вот так, вот так вот, отлично. Ёшкин корень! Давай, 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 перебирайся сюда. Круто. Круто реализован паркур. Давай, давай, давай. Иду за тобой. Иду за тобой, кукла. Кукла-мукла. Наверх. Смотри, какой-то торт. Иди сюда. С мелками. Торт с мелками. Хватай. Ты что, с ума сошел? А что это такого? Ты говорил, что намечается вечеринка. Я просто начал праздновать раньше. Черт. Торт с карандашами. Тортик с карандашами. Вот такая песня в детстве у нас. Не про тортик, конечно же. Так, а куда идем-то? Вот здесь надо дойдем. Вот. Нет, по-моему, я пошел куда-то не туда. Скитание мастера, открытое достижение. А, все понятно. Мы свалились, не надо было падать. Один из немногих хорроров, где, возможно, некая смерть, как бы. Ты умираешь и начинаешь заново. Обычно хорроры все просто, они завязаны на том, что ты ходишь. Просто ходишь. Если ты облажался, ты просто... Просто все, тебе конец. Так, вот так вот. Ой-ой-ой, быстрей беги! Быстрей, 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 быстрей! Все. Черт, сорвался! Ух, это что у нас тут? Яблочки! Ага, эти яблочки, по-моему... Да, это те яблочки, которые в нас летели. Или погоди, а, вот. О, ты смотри, как здесь прикольно сделано. То есть, если ты несколько раз подряд умираешь, то ты уходишь еще дальше назад. Как-то так получается. Или нет? Мы вообще как-то на другом месте оказались. Что, твою ж, налево здесь происходит-то такое? Ух, серый волк, да, за мной идет? Ну давай, иди, серый волчара. Я тебя сейчас наваляю. Никого не боюсь. Ну, почти. Да что же? О, смотри, собака. Бежит за девчонкой. А может она на нее напала? Слушай. Может быть это собака напала на девчонку? Ох, какая ты страшная, какая ты страшная. Я могу с тобой наблюдать, якобы.
Может быть, это действительно вот это несчастье произошло, что... Что ты наделала? А, ты не хотела. Конечно же, это все меняет, правда? Сейчас она чудесным образом снова станет целой, ведь ты же не хотела. Давай убирайся отсюда, иди в свою комнату и разбивай вещи там. Возьми свои игрушки и расколоти их одну за другой. И будь настойчивей, может, ты хоть и это научишься делать хорошо. Да, самый ужасный отец года. Называется симулятор. Окей. Это мы видели. Здесь мы тоже... Вот она, дверь. Мне кажется, действительно, собака... В реальности собака напала на эту девчонку. Здесь еще, смотри, дверь. И там вроде как проход какой-то есть. А это что такое? Сходим, посмотрим. В всяком случае, тоже здесь дверь. Сходим сюда. Почему нет? Мяу! Мяу! Что-то мы взяли. Хвост. А, теперь смотри, хвост нужно. Что такое мигает там наверху? Это просто, да? Хвост и два колесика, наверное, надо забрать, взять. Тоже где-то достать. Кажется, колесики как раз и моргали там. Опа-па-па-па. Осторожно. Осторожно. Аккуратненько. А, что здесь? Есть чем поживиться? Ой. Ой-ой-ой. Кто-то меня увидел, по-моему. Нет? Что, я взял крышку от банки. Может быть, это будет как одно колесо использоваться. Давай сюда. Аккуратно. Вот. Крышка от банки вставляется сюда. Я не понял. Чё к чему? Ну, давай сделаем. Давай поставим сюда крышку от банки. Опс. Убился чуток, ребенок. Что тебе нужно? Тебе нужно одно... Сколько у тебя? Одно? Одного колеса не хватает. Может быть, все-таки эту крышку надо сюда вставить, наверное. Был дурацкой затеей это все в часы пихать. Конечно, как они будут идти, если там просто эта крышка? А вот кот, в принципе, может и поездить. Кот же создание такое неприхотливое. Спрыгивай. Бум. Вот так. Кот на крышке. Поехали. Что, нормально себя чувствуешь? Как? Пойдет? Мне кажется, тебе должно... Че, не нравится? Мяу. Мяу. Понятно. Не оценил, короче говоря. Ой-ой-ой-ой-ой. Где я? Что я? Туда, наверное, не стоило ходить. Ну чё, котяра, где я тебе возьму эту штуку? Не понравилась ему крышка. Теперь ее взять не могу обратно. Вот ты молодец такой. Давайте смотреть. Где-то колесо должно валяться. Так, здесь нету. Здесь тоже ничего. Вроде как. Туман какой-то непонятный. Давай наверх. У нас живые картины. Так. Вилки, вилки, рюмки. Это что там такое? Глаза какие-то маринованные. Или это чеснок? О! Вижу. Как до нее добраться-то теперь? Как это сделать? Вот она эта штука. Ну-ка. Может быть, здесь как-то сможем? Смотри. А! Давай. Давай. Оп, отлично. Есть. Я надеюсь, кот, что ты меня приведешь к счастью. Мяу. Держи. Ну как? Вот и мой хороший. Теперь нормально, да? А, он освещает дорогу. Значит, с тобой мы будем в безопасности. Ну, пойдем.
Пойдем, я иду за тобой. Надо держаться в этом. Ты больна! Ты не в своем уме! Ты уже не способна здраво мыслить. Да, я больше не могу это выносить. Тебя никогда нет рядом. Ты нам нужен. Ты нужен мне. Когда ты в последний раз спал со мной? Когда ты последний раз хотя бы прикасался ко мне? Ты хоть понимаешь, каково мне? Каково мне знать, что мой муж испытывает ко мне отвращение? Я просто иду за котом, я даже не смотрю, что там происходит. Ну уж извините великодушно, что я тружусь как проклятый, пытаясь обеспечить семью. Но ты, конечно, права. Куда важнее шептать тебе на ухо милые глупости. Ты называешь это работой? Ты запираешься здесь и целыми днями не показываешься на свет. А потом ты выходишь, и от тебя несет перегаром и мочой. А вид... Краши только в гроб кладут. Спасибо тебе, котеечка! Довел меня! Ой, смотри, он к своим котам пошел. Ты мой маленький. Ой, Тима, котятки! Прикольно. Вообще прикольно. Так, вот ручка, мы можем открыть. Фу, смотрите, мы опять вышли, по-моему, на эту развилку, нет? What? Что? Oh, that... Да, нет. Милая, that's все right, в порядке. Honey. Мне просто соринка попала в глаз, вот и все. Будь хорошей девочкой и ложись спать. Папа работает. Не нужно его беспокоить. Маме нужно спуститься и принять ванну. Я люблю тебя. У нас случайно там не жизнь собралась кончать. Любимый родитель открытого достижения. Она была не просто его женой. В первую очередь она была его музой. Ее красота и талант были для отца источником вдохновения. После пожара она стала обузой. Отвратительным, визгливым чудовищем, прикованным к постели. Якорем, который тянул его на дно. Я так понимаю, что наша папина дочка, она все равно верит в своего отца еще. Пожар, да? И всячески оправдывает его. Нет? Вам так не показалось? Назвала свою мать писклявым и визгливым чудовищем. Что у нас здесь? Кусок оторванный. Ладно, смотрите, насыщенная серия была. Мы с вами довольно-таки далеко продвинулись. Продолжим в следующий раз. Это была игрушка Layers of Fear, слои страха. И дополнение Inheritance, наследство. И, конечно же, ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. С вами был Маугли. Увидимся в следующей серии. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова.